Здравствуйте, дорогие друзья! Я художница Ксельма. Сейчас я добралась до своей мечты, до своего любимого сюжета «Мельница». И там даже есть еще домик какой-то тоже в старинном стиле. Сейчас буду ее рисовать, потому что я взяла карандаши и мелки. Поэтому я буду ее рисовать. Итак... Вообще время бежит, 7:30 вечера, солнышко скоро сядет, поэтому нужно быстренько-быстренько набросать что-нибудь. Ускоряем темп. Чем быстрее себе даешь какое-то задание, тем лучше оно и качественнее получается. Или неожиданно получается, даже так скажем. Ну что, увидите потом мои шедевры. Если увидите, значит, все пошло хорошо.